Специальное предложение только сегодняшнего дня. Это уникальная вещь для вас. Особая, легкая, простая, с бесплатной доставкой, с гарантией год и еще и с дополнительной леской, аккумулятором и зарядителем аккумуляторов идет в комплекте. И это триммер беспроводной, аккумуляторный, который быстро и легко наведет порядок на вашей даче. Как нам расскажет Алексей Мичурин, эксперт рубрики «Сад и огород» и дачник с 15-летним стажем. Абсолютно верно. Но вообще, когда дело касается аккумуляторной техники, я всегда обеими руками за, потому что это действительно очень и очень удобно. Еще раз покажу вам, друзья мои, что никаких проводов нет. Интересно, вы просто, да, вставляете сюда аккумулятор и ходите где хотите. Где ходите, хотите, где хотите. Не запутывайтесь в проводах, не вдыхайте бензиновую смесь. Дальше, друзья мои, благодаря этому аккумулятору у нас здесь стоит мощный двигатель, который совершает 7000 оборотов в минуту. 7000 оборотов в минуту. Да, этого достаточно. И смотри, и два усика у лески идут. Да? Этого достаточно для того, чтобы срубать как такую молодую редкую траву, так и уже густую, зрелую поросль. Посмотри, как быстро это происходит. Буквально мы проводим один разочек по траве, и у нас сразу же идеально ровный газон. Причем, чем хорош именно лесочный триммер? Ты можешь подлезть там, где у тебя даже руки не подлезают. Где, естественно, ни одна газонокосилка не пройдет. Где металлические ножи могут повредить, допустим, постройки, забор, грядки. Леска сделает все деликатно и правильно. Ну и далее, друзья мои, что касается конструкции данного триммера, то он невероятно легкий. Лен, ты наверняка про это заметила, да? Маневренный. А штанга подстраивается под вас, поскольку она является телескопической. Рукоятка на триммере также подстраивается под вас. То есть вы можете под свой рост повернуть, укоротить, уменьшить, удлинить. Здесь у нас тоже регулируемая, смотрите, головка, которая может угол наклона помочь вам изменить. Ну и сама рукоятка тоже подстраивается под вас. Удобно, то есть, да? Весь триммер будет настроен таким образом, что вам будет максимально комфортно косить траву и наслаждаться этим процессом. И при этом обратите внимание, Леш, что у нас это абсолютная новинка. Это бренд Хьютер. Это немецкое качество, которое мы сегодня представляем вам на телеканале Шопеншоу с самой выгодной ценой. Я погуляла по интернет-магазинам, такая пробежалась и посмотрела, какие цены есть в интернет-магазинах, даже на официальных сайтах Хьютер. Давайте зайдем и посмотрим, и вы убедитесь, что цены просто космические. 13 990 рублей. Это в два раза выше. У нас сегодня в телеканале Шопеншоу в прямом эфире цена снижена на 44%. Цена 5 999 рублей. Вы получаете паспорт, гарантию качества на целый год, то есть год гарантии. Вы получаете дополнительную леску в комплекте. Вы получаете аккумулятор, нам не потребуются провода. И вы получаете специальную зарядку для аккумулятора в комплекте. Все это с бесплатной доставкой. Успейте дозвониться прямо сейчас. Но, знаете, я тоже дачница, как бы не с таким большим стажем, конечно, как ты, Леш, но вот когда я вышла замуж, у меня у свекрови была очень такая добротная дача. Я думала, как же они за ней ухаживают? Ты представляешь, они косили тогда косой. И мы потом уже бабушке нашей говорили: бабушка, подожди, мы сейчас с работы все приедем, вечером мы все перекосим, все прополим. Но приезжаем, думаешь, бабушка будет нас ждать? Она косила косой. Опять косу руки, взяла. Да, вот такие, знаешь, все намазолены. Мы говорим, хорошо, давайте купим бензиновый этот триммер. А он сразу такой аромат, знаешь, бензина. Да. И мало того, он очень тяжелый, у него очень большая вибрация, то есть женщина вряд ли справится с бензиновым триммером. Этот триммер, он подходит как для мужчин, так и для женщин. И, ну, коса это вообще позапрошлый век, проводные триммеры, это тоже хорошо, но это прошлый век, а вот аккумуляторные триммеры и вообще аккумуляторная техника, это, конечно, для нас благо. Вот такой вот аккумулятор на 18 вольт на 2 ампер часа, то есть этого аккумулятора хватает где-то на 30-40 минут непрерывной работы. Отлично. А это около 3 соток травы на минуточку. Да. То есть, 3 сотки травы, зарядили, то есть это большой участок. Спокойно, да, нажали на кнопочку и стоите. Легенький, комфортный, компактный. Можно еще поговорить с соседки, помахать. Привет, привет, тетя Зин. И при этом, а сразу вы понимаете, что у вас участок уже превращается в райский уголок, потому что все за секунды происходит. Как пользоваться, расскажи. Все очень просто. Так. То есть аккумулятор вы зарядили. Так. Да, он у вас в заряженном состоянии. Он может храниться в заряженном состоянии. Ничего страшного, он от этого не портится. То есть зарядили, он у вас лежит. Увидели
у вас выросла трава, берете аккумулятор, вставляете его в триммер, нажимаете на кнопку. Здесь, кстати, две кнопки. Одна кнопка предохранитель. Вот что-то она. Безопасность, да, такая. Сверху, причем и для левшей, и для правшей она сделана. А вторая кнопка — это основной пуск. То есть вы нажимаете на кнопку предохранитель, а потом на основной пуск. Все. И вот таким образом триммер у вас завелся, он начинает работать. Дальше вы просто подносите его к траве и ведете на том уровне, на котором вам нужно порубить траву. Поехали. Так. Сейчас я покажу еще одну уникальную особенность этого триммера, которая мне очень нравится. То есть на ровном участке травы вы легко скашиваете эту травку. Смотри как, да? Ой, как аккуратненько все. Красота. Прям по сантиметру. Да. Все на одном уровне. Ох ты! Опа! Это, Леночка, твой, кстати, триммер, забирай его. Я сейчас заберу его, конечно, обязательно. Дальше, смотрите, друзья мои, у нас с вами есть, естественно, насаждения какие-нибудь, декоративные цветы, там, может быть, какие-то другие растения, кусты. Как обойти их так, чтобы не срубить? Посмотрите, какая гениальная конструкция. Вот эту вот проволочку вы выдвигаете, да, защитное такое, и у нас леска за проволоку не выходит. То есть вы можете подойти прямо вплотную к цветочкам, даже упереться в цветочки этой проволочкой, но он не повредится. То есть все мои гортензии останутся на месте, да? Да, розы, гортензии, там, я не знаю, что вы выращиваете, кусты. Вы можете чуть-чуть до него дойти, но при этом он не срубается. Это очень удобно для того, чтобы не произошло случайного скашивания. Так. Вот такое замечательное устройство здесь. Ну-ка, давайте попробуем. Я тоже хочу попробовать немножечко, как это будет. То есть не вот торопись, вот... да, тут торопиться не нужно. Просто подносишь и начинаешь вот скашивать. Все, так, отлично. И все это, смотрите, легко, просто, за считанные секунды, прямо на вашем участке. То есть не нужно никого просить, не нужно никого звать. Цветочки у нас не повреждаются. И все это сегодня по уникальной цене от немецкого бренда. Это бренд Хьютер. Сегодня специально для вас по уникальной цене 5999 рублей. И с бесплатной доставкой. Леска в комплекте, год гарантии, аккумуляторное устройство и зарядка тоже... В комплекте у нас. Звоните прямо сейчас.